Так, здорово, народ. Вот скажите, я один не понимаю, вот на кой хер делать вот такую парашу, блядь, да? Начинать комбаткаст, блядь, и еще, сука, 13 минут посидите, как долбоебы, подождите, пока мы тут подрочим друг другу. Что за херь? Неужели нельзя, блядь, вот взять вот и прийти нормально? Если человеку это не особо надо, он опоздает даже на это время. Если как бы с этим расчетом делается, что пока все подтянутся. Потому что назначено время. Человек должен на него прийти. Если он не приходит на это время, ну извини, блядь, как бы, ну чувак. Время было заранее назначено. Знаешь, у тебя не получилось, ничего страшного. Ведь не факт, что все придут, блядь, и на это время. Правильно? Через 13 минут. Ну так а в чем разница тогда? Я не понимаю. В общем, комбаткаст, блядь, The Scream Queen Returns, блядь. Почему Scream через C? Хер его знает. Вот смотрите. Четверть видео просто в пизду можно послать, ебать. Охренеть можно. Что тут за вступительная заставочка у них? Как всегда. Блядь. Страх тебе дох. Ну, блядь, сильно ярко, в глаза ебашит. Нахуй оно надо так делать. Ой, ебать. Чел уже сразу за голову держится, а у этого, смотрите, смотрите, черепки, блядь, типа, такая бунтующая сучка, да, ебать? А ну. Он же кролика изображает, не пойму. Я такой, вот чем так, да? Can be pretty exciting today. Let's go first. I'm Tyler Lansdowne, the one of the community managers here at NetherRealm. Ура, я знаю, кто ты. Давай там ближе к теме. Опять петуха этого рекламируют, блядь. Что он как будто реально, блядь, с хуя снятый. Гляньте на его лицо. Недовольный, какой-то губы опухшие, щеки как будто растянутые, блядь, не могу понять. Все лицо белое. Что это такое? Ой, блядь, коллектив амбассадор. Не, вы гляньте на этих долбоебов. Вот пиздец просто. Какая-то непонятная дичь. Эльфийка из Варкрафта, более чем уверен. Помните, там дерево такое даже было в Варкрафте 3? Вот кто играл? За эльфов, да? Вот реально дерево вот это вот. Потом второе. Блять, какая-то хуйня непонятная. Третье, опять какая-то хуйня. Четвертое. Дансейкс какой-то, блядь. Что за хуйня? Эрик Лиард, блядь. Спиженный, блядь, с карбона, нахуй, эмблема. Спиженная. Затем Джейн Уан. Что это такое? Нахуя она надо, блядь? Это какую-то, блядь, прокладку на лицо нацепила, блядь. Последний просто гондон натянул. Какие-то дебилы, блядь. Дальше что там? Это что такое? Что за хуйня? Придурок, дракон не в ту сторону смотрит. О, долбоеб. А ну, ну и чё, ну а ну, и чё там интересно получится в конце, а ну? Не, ну в принципе ничего. Более-менее. Правда, к дракону как будто поебало сверху стукнули, у него череп прогнуло, ну то ничего. Да, он его развернул, как бы. Где звук, блядь, я не пойму. There we Чё, go. авторские права, что ли, или Dragon что? pancake. We were just discussing. Double your lore map. That was really good. Okay, so you want to get into. So let's talk about. So Я только сейчас понял, что такое МК. Мадафака. Мудак. Type wise for Sindel, what are we looking at? Это Well, мудак. different than MK9, she is not the game's premier zoner. Different she's than actually MK9. Not She is the zoner not. What she is not, блядь. Давай, ближе к теме, блядь. Уже, ебать, полстрима прошло, блядь, а Синдел все еще нет. Вот представьте себе, да, такая параша, блядь. Приходите, например, на фильм, а половину фильма вам титры, блядь, показывают. Охуенно, да? Или попкорн, блядь, разносят, а потом 30 минут остается, блядь, и вы смотрите. Непонятно что, блядь. Трейлер, например, да? All of them for me, but, ну давай уже, заебал, блядь. Sure, right. Бери член в руки и давай уже играй, блядь. Опа, блядь, чё написано? Splitting Hairs, блядь. М-да, м-да. Натура скол, блядь. Чё, блядь? Натуральный звонок? Блядь, чё за хуйня, блядь? А, это зов природы, блядь, что ли? Ой, ёбаный в рот, блядь. Ебать же. Ебать язык.
Split in hairs, блядь. Ну это, я не знаю, лишь шлепковые волосы, или вообще слэп за шлепок. Ну да хуево, ладно. Давайте смотреть. She has this really good string, it's 4-2. And it actually starts with an overhead. Да, ну и видно, соответствует названию Split in Hairs. Так, она бьет волосами, да. Вот это вообще оружие, кстати, знаете, у кого взято изначально? У Шинака из Mortal Kombat 4. У него там такая хуйня была здоровая, алебарда, блядь. И он ей пизды всем раздавал. Вот, по сути, мне вот это напоминает немного Синдел. Ну, кстати, вот поза хорошо поставленная, блядь. Видно, что кто-то... кто-то знающий, блядь, это делал. Блядь, аллергия уже на эту хуйню. А, смотрите, проценты показывают, блядь. Ну, правда, 7% это какая-то дичь. Ну и что? А все, да? Хватит как бы с вас. Спасибо, что завершил, блядь, удар третьим. And that is actually... О, вот это пиздата. Нехило, блядь. То есть, блядь, не завершил, и тут же опять оверхедом въебал. И вот так можно чисто двумя ударами даже неопытных пиздить, блядь, да? Не буду думать, будет бит лоу или не будет. А так понимаю, если он подпрыгнет... пытается выйти, подпрыгнет, а вот тот последний апперкот, наверное, как-то хорошенько его, ну, ему урон нанесет. Ля-ля-ля, сука, бля, поебал у тебя, да, пидарас. Ну ладно, хватит анонировать эту дрочь, блядь, давай дальше что-то новое, заебали. Что за манера, блядь, по сто раз одно и то же показывать? Он такой, давай быстрее, блядь, эх ты, пидор, ладно, хочешь пизды, получай. She actually goes backwards, so, yeah. Like Nightwolf's forward one might ага, be то есть это вот, видите, да, типа, нижний удар. Gotcha. Then she has forward four. And this to me, this is her go-to move. This is... Два удара, 7%, блять, какое же очко. My opinion. This is like her, you can't go wrong doing this move. And this move is a very, very fast mid that has very good range, and the follow-up... goes in the air. So the cool thing about this is the opponent happens to be jumping. It's gonna actually fully hit the bomb. Okay. Now. 14. Ну неплохую, неплохая такая штука. It's short, so she can't hit confirm it into a combo. She doesn't get a pop up. The reward is not great. По-моему, даже больше, чем в МК-9. Я не пойму, у тебя что заклинило, блядь? С энергией сделай, блядь. Покажи, что она делает с энергией. Дупло. This is the move you do to condition them not to jump. Или это есть с энергией, блядь, я не пойму. So then she can do her other attacks. So then the last normal I want to. So the first one, this is an overhead. If they're ducking, it'll hit them. Нехило, да, блядь, смотрите, блядь. Комбит лапками, тогда жопой он может ебло дать. Оп, сука, блядь, ебалом в жопу. Целый очко, блядь, любитель Джонни Кейджа, блядь. Is if they're just blocking because they think they're going to do the uppercut or the overhead, you would do the high. Сука, пидор, гандон. And those who saw the trailer will know that that. Максимальный урон, блядь. And that is for. Ну ладно, блядь. Ну нахуя мне вот это пиздёж, блядь. Мне что, переводить еще надо? По-русски ж проехай, блядь, ебень. Давай, сука, на, сука, пидор, блядь. Обычно после такого они встают, но, как видим, Найтвульфу похуй. Ну, понятно, он же чучело, блядь. Чучело животного, его сколько ни тыкай, блядь, ему по барабану. Но Синдел все пытается его убить таким образом. Надеется все-таки на природные инстинкты. Организма, блядь. Копьем по темечку. I don't think, блядь. В смысле, I don't think, блядь? У тебя есть конкретная информация, ты решишь, I don't think? Гусень ебаный, блядь. Ну смотрите, такая хуйня, ляйбать. Не, ну красиво, а чё, блядь, Синдел может комбить. Love the audio, and I love the Banshee. Вот нахуя они вот этот вот, блядь, призрак ей добавили в этот, в крик? Вот нахуя? Чтоб больше ресурсов этого, блядь,
Компа жрало? Или что? В онлайне и так, блядь, сука, как можно меньше всяких объектов стараются включать. Они еще добавляют, блядь, ненужную хуйню. Вот, Лень, а вот нахуя, блядь, что без этого нельзя было обойтись? So normally when it hits, she gets a lot of advantage. She does not get a combo. That's actually... In MK3, they'd always get it. She gets a full combo. Now right. She just gets advantage. So you can see a lot of times I'll do this. Да, единственное, что они могли еще лучше, это чтобы этот крик еще к себе подтягивал. And from here, you basically will run up and throw. You ну ладно, throw, хуёв, блядь, мадафаков, блядь. She can also amplify it to make it go very, very far. You see, normally, ну и нахуя, все равно не успеешь наказать. Really travel that far. Не, ну делает быстро. Срыгните, блядь. А он мне такой пальцем, заткнись, женщина! И она ему так, блядь, еще сильнее. Он, ебаный в рот, ладно. Хули с тобой спорить, блядь. Сука, блядь. Аллергия на жополизов, блядь. В комментариях, блядь. Ну делай что-нибудь, я понял, что он отменяется, блядь. Нахуя ты сжег энергию, дурак? А, то есть видали, блядь? Я так понимаю, что она может в блоке стоять, ебать, накапливать крик, а потом срыгнуть таким образом, что даже я буду нервно курить в сторонке. На, сука, пидор. Такой подсрачник снизу, ебать. Так, ну и что ты сделаешь, а, сука? Как это чё, ебать? Ты чё, блядь? Зацени новый шампунь, блядь, а? Хуйло, блядь. 10%. Не, ну так чисто на ровном месте десяточка, ебать. Достает-то далеко. 23. Нихуя себе, блядь. А, тут 15. Не пойму, блядь, в чем прикол. Ладно. А, ты, наверное, две энергии. Fly like you do, what like you fly like you, блядь, я так же всё хуйня. Давай, летай, сука. Давай, блядь. Бэкдэш, дрэкдэш, хуекдэш, блядь. Понятно, дальше. Ну это мы видели. Okay. Like, kind of distance, movement, combo, понятно. The first move she gets is haircut. Which is a anti-air and a combo tool. If she amplifies it, she actually gets a pop-up. Блять, подвисает, сука, ёбаный YouTube. Combo variation. This is the one you'll use if you just want to play simple, play footsies, do 50-50s, and get damage. Okay. The second move she gets is hair flip, which is this thing. Ну, короче, как мы видим, да, все самые классные удары у нее в одной этой вариации. She can do it in the air. She can do close, medium, or far versions. Ну ебать, ля, нихуя себе, close, medium, and dredge и дрочь. Все, вот это, в принципе, все, что нам надо было знать. Все остальное нам, по сути, к ебеням не надо, ебать, ля. Контроль дистанции, блядь, полет, нахуй. Этот, блядь, достает с волосами нижний вот этот удар. Все, по сути, что еще надо, блядь? Что вам еще надо, суки, а? Ебаные гандоны, блядь. Ну глянем, что там дальше. Ну ладно, харе издеваться над персонажем. Дальше что? Лут и Клер, блядь. А чё так, ля, одежда у неё такая, ничего, ля, там, блядь, сиськи сейчас прям отпадут, ебать. Она идет, ему прям такая сиськами в лицо такой, ебать, ты чё, блядь, драться решил? Ты пидор, блядь. Так можно с Дженни Кейджем играть или Кун Лао, это два пидораса в игре. А, и Кабал тоже. Вот, с этими тремя пидорасами можно так идти к ним сиськами чисто, да, такая, блядь. Смотри, смотри, сука, смотри, блядь. А им будет похую, блядь. Им будет реально похую, потому что это три пидора, они друг с другом ебутся. На, сука, въебало, хуйло опущенное, блядь. Пидор, блядь, выебу нахуй! А это такая... По-моему, у меня лучше получается, чем у Синдо. Прикиньте, да, ебать, такой голос. Ебать, мне кажется, Синдел заблокирует во всех странах тогда после такого. Ну ладно, ну кричи-то на хули, блядь. Она и до этого кричала, дальше. О, вот это пиздатая вещь, смотри. Опа, блядь.
Она же пердит в воздухе, я не могу понять, каким образом она взлетает. Не, вот эта штука тоже, кстати, топ. Такая напрыгнула чисто, а потом назад отпрыгнула, ебать. Можно ж так сделать, блядь? Вы что там, отсасываете друг другу или что? Что так тихо, блядь? А я знаю, что ты дрочишь. Опа, и копья такие снизу. Хотя такие, дайте Синдел поиметь, дайте Синдел поиметь. А он такая, нет, блядь, не дам. Что, все, блядь, кончили, что ли? Какие-то вы быстрые, блядь. А, вот эта штука тоже пиздатая. Ну, короче, это две разные вариации. Well, I think it would be awkward. Like, what am I supposed to do? No, I think it was cool. I thought it was cool. Okay. So this move is a nifty projectile, and if you amplify it, she will follow it, and then... Не, ну нихуя себе, ля, блядь, это не хилый прием такой. This complements the other moves, for example. She can do it after this. Ну нихуя себе, ля, оп, сука, и еще потом этот. Вот это тоже топовая вариация, блядь. Короче, две вариации у нее реально пиздатые. Опа, смотри, блядь. Не, ну вот смотрите, блядь. Ну чем, сука, не Citroën, блядь, а? Ну ведь одно ебло. Хотя я, в принципе, это не против такого вида, ебать. Такие сессионеры висят, блядь. Ух, сука, я бы их, блядь. Ладно, на Ютубе нельзя порнуху, поэтому. Хотя, может, я буду первым, а, ебать. Я бы их потеребил, блядь. Сука. Она тут такой, у тебя сиськи так нечестно, блядь. Видите, эта синдерс голубая, надо еще скорпиона взять. Ще не вмерла Украины, да ни слава, ни воля. Давай, сука. Опа. А, это Amplify Knocks Down, блядь, понятно. Не, ну все равно рыгает, она так низко садится, в принципе. Персонаж пиздатый, костюм у нее пиздатый, блядь. Не, не могу понять, кто создавал Синдел. Меня вроде не приглашали, я не знаю. Может мне память стерли, потому что персонаж слишком уж пиздатый, реально. Кто создавал Синдел, блядь? Дайте мне координаты этого человека, блядь, сука. Я скажу ему, какого хера он забыл среди этих долбоебов, блядь. Открывай свою студию, блядь, и создавай реально годные проекты, блядь. Ладно, блядь, что там еще, блядь? Тоже? А, так ля, блядь, у нее эти приемы среди всех вариаций есть. Не, ну это не особо как бы. And then lastly, честно, после предыдущей второй вариации, блядь, вот эти три огонька как-то, ну знаете, ну похуй абсолютно. Это если они не блокируемые, тогда базара нет. Вариация будет тоже топовая. Но, блядь, на фоне этих телепортов, извините, в воздухе, и этого, и вот той хуйни, которая вперед летит, вот эти три писюнчика, блядь, как-то, ну, не впечатляют. А, ого! Это еще что такое, блядь? Нихуя себе, блядь, сказал, не впечатляет, блядь. Не, ну ебать, ну Синдел реально охуенная, блядь. Как твоя мамка, серьезно, блядь, да, ебать, ее можно реально пердолить, так, блядь, ну, нихуя, блядь. О, да, Синдел, я знал, что ты меня вспомнишь, молодец. Okay. Не, ну Синдел пиздатая, блядь, хули я могу сказать. Ну, тут, короче, пиздёшь, блядь, это что? Вот, кстати, видали, как оттолкнула при блоке, блядь, нихуя себе, блядь. Ну ладно. Рыгнула ему в лицо. Правильно, нехуй, сука. Кана, блядь. Тюб, я думал, это барака, блядь. I will fuck your ass, bitch. Fight, блядь. Не, ну Синдел реально, блядь, ну, пиздатый персонаж. Fight, блядь, bitch. Ну ладно, короче, хули тут, блядь. Я думал, они, может, фаталку там покажут. Вторую. Finish here! Да иди ты нахуй, блядь, пиздобол, нахуй, блядь. Какой-то, блядь, лысый пидор, блядь, победил ее. Не поверю, блядь.
Короче, персонаж реально пиздатый, блядь. Мне понравился, блядь, во всех параметрах. Все три вариации охуенные. Ну, как бы первые две... Вот сука, блядь, а! Это, наверное, из-за того Шикана победил, блядь. Первые две вариации прям вот прямым текстом говорят. Мы пиздатые, за нас играй. Третья, блядь, ну, она как бы... Вот эта хуйня непонятная, что она там рыгает на противника сверху, да, вот это все. Вот, надо будет узнать, что за хуйня это такая. И вот, оно, сказали, unblockable, и там какой-то дэмэдж наносят. То есть, блядь, можно чисто даже, может, этой хуйней, блядь, батрачить и все. Вот. То есть, вы поняли, да, что Синдел реально, вот первые две вариации, это пиздец, охуенные. Третья под вопросом, но скорее да, чем нет. Тем более, нам вроде как и не все спецприемы показали, или я не все посмотрел, или хуй его знает, короче, похуй. Реально. Персонаж пиздатый, по трейлеру пиздатый, по, блядь, спецприемам пиздатый, фаталити пиздатая, внешность пиздатая, блядь, сука. Вот, я не знаю, серьезно, блядь, кто создавал этого персонажа, блядь? Сколько ему платят, блядь? Сколько этому человеку платят? Потому что настолько охуенного, блядь, бабца, блядь, создать, это пиздец. Сиськи пиздатые, блядь. Лицо пиздатое, блядь. Сука, задница, блядь, хоть нахуй насаживай, блядь. Приемы пиздатые, блядь. Все основные, блядь, приемы, которые были, да, вот это ты с этим, блядь, и с членом таким длинным, да, когда нахуярит. И вот этот удар нижний, который, блядь, есть во всех абсолютно вариациях, блядь. То есть я не знаю, блядь, к чему тут придираться. Первые две вариации вообще, блядь, охуенные. К чему придираться, я не знаю. Персонаж охуенный, блядь. Поэтому, я говорю, это сделано, наверное, какой-то уникальный человек. Наверное, какая-то посторонняя компания. Или, может, даже я, да я забыл, хер его знает. Вот. Поэтому, вот так вот, короче, блядь. Даже вот эта целка справа, хотя какая она целка уже, да? Вот эта сучка справа, блядь. Она реально... Знаете, вот, ведь раньше вот эта сучка справа, она же была такая, как чел слева, да, получается, дух этого переселился в левого типа, да? Вот, а правая осталась вот такой вот, блядь, неженкой. Ладно. Сука, блядь, опять загорелся, хуйню, блядь, аллергия. Ладно. Короче. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пидорасы, дизлайки. Комментируйте. Пидорасы... Начинайте там, блядь, опять задницу лизать, как вы это любите. Вот. Всем до скорых встреч, всем пока. Вот. Ну и как бы увидимся, короче, блядь. Всем пока. Крис Макси.